Добрый день, уважаемые подписчики. Вот я и добрался до двигателя MiVac с Mitsubishi ASX 4D10, по-моему, двигатель. Сейчас разберу его, посмотрю, что там случилось в первом цилиндре. И я думаю, что все-таки хозяин примет решение реставрировать его, чтобы был запасной двигатель. Тот контракт, на который поставили, ходит отлично. Сейчас откручу маховик и переставлю его на вращалку. Ключи на 17, головочка. Сидит на герметике. Прикручиваю кронштейн. Эти втулки можно снять. А зачем снимать? У меня трубка на втулку проходит. Так, прикрутил кронштейн. Зачем ты побежал? Мажешь мне пол. Для этого дела коврик от Шевинила из багажника приобрел 300 рублей. А тазик алюминиевый сюда стоит почти 3500. Ну, лучше уж коврик. Протер, выкинул тряпку. И все, и он чистенький. Борт у него высокий. Так. Скоро солнышко выглянет сюда. И будет отсвечивать. Ну что, снимаю цепь и начинаю разбирать. Откручиваю коллектор. Ааа!
для этих гаек не подлазит толстый удлинитель. Так, ну что, получается две гайки, три болта и два болта снизу. Сбоку еще. Вон сколько масла коллектор наклонил. Отключаю проводку здесь. Этот датчик детонации. И датчик давления масла, похоже. Да, должен быть он. Так, здесь у нас кронштейн на проводку, я его тоже откручу, и провод со стартера, стартер целиком снимется. Первый цилиндр весь в масле. Вычитал я вот здесь такого производителя. Накакин. Как двигатель с таким названием может нормально работать? Его произвел какой-то Накакин. Ладно. Откручиваю клапанную крышку. Снимаю катушки. Отворачиваю теперь саму крышку. Это что-то.
Какой он грязный, а. Цепь не болтается. 220 тысяч цепь еще натянута, но следы от цепи на шестернях уже есть. Шестерни однозначно под замену, цепь под замену. Выработки на распредвале нету на кулачках. Но двигатель засранный. Вот они результаты перепробега. Масло оригинальное, Лиди. Где-то, наверное, раз 6 или 7 оригинальное, а последний раз уже залили Total, но он его просто отмыть не успел. Хороший наглядный показатель перепробега. Масло просто начало терять свои свойства и стало превращаться в мазуту. Так, ладно. А что я буду камеру переставлять? Я буду двигатель крутить. Заодно с него лишнее сольется. Откручиваю помпу. Головка на 12. Снимаю шкив. Шкив у меня откручен. Я когда переставлял, болт этот выкручивал. Шкив снимается легко. Так, теперь откручиваю крышку по периметру. Откручиваю кронштейн от крышки. И потом откручу поддон, а уже после этого сниму крышку. Кронштейн пенсионера на трех болтах. Помимо всего прочего, здесь еще почему-то три болта на 12.
А, это полуподдон притягивает. Не 3-2. Это на головка на 10. Все, открутил. Ну и все здесь. Поддон даже засранный. Так, ну, снимаю крышку аккуратненько. Сальник мягкий. Удивительно, сальник мягкий еще. Развернул. Натяжитель, конечно, видно, уже много вышел. Сейчас я его откручу, посмотрю, есть ли на нем маркировка на натяжение. А так в целом. Он бы еще ходил бы и ходил. 220 для него, по идее, не пробег. Да, выработка есть. Раз полезли, стоит заменить. Потому что и цепь подрастянулась, и на зубьях от цепи следы есть. Но по факту, если бы он не задымил, то можно смело на нем еще кататься и кататься. Ладно, снимаю натяжитель. Ослаблю болты на распредвал, вот, на шестерню. А натяжитель уже был практически на полном вылете. Поэтому цепь растянулась прилично. Очень прилично. Что радует, масляный канал на натяжитель. Он большой и находится он вот в этой части. А вот в канале присутствует большое количество грязи. Это говорит о том, что все каналы засраны также нагаром.
Ладно, разворачиваю его. Здесь шпонка. Здесь тоже шпонка. По-другому не поставишь. Каналы и шпонка. Откручиваю распредвалы. Так, ну все, все ослабил, теперь можно откручивать. Так, а здесь у нас какое обозначение идет?